Всем доброго летнего утра. Утро у нас замечательное, облачное. Возможно, пойдет дождь, что очень хорошо. Пусть немножко все приглушит. Вчера был великолепный ливень. Все залило, все пролило. На прошлой неделе я сделала небольшие пересадки своих филодендронов. Поставила опору. Она, конечно, не очень эстетично выглядит. Зато дешево, надежно и практично, как говорил всем известный Люлик. Ну и есть у меня новинки. Два сандапсуса и один подарок. Так, первый сандапсус — это Dark Velvet. Или же Жаде Сатин. Такой вот красавец. Ну, что-то вот листик, кончик пожелтевший. Это, скорее всего, ну, я так полагаю, это ожог солнечный. Вот такой вот красивый он. Прям листья замечательные. Так, поставлю сейчас его просто поближе к нему. Ой, сыпется. Я их сегодня всех посадила из стаканчиков в горшочки. Вот такой вот сандапсус. Красотун. Так, второй сандапсус. Ну, мне проще называть все-таки эпипремном. Это Silver Hero. Серебряный герой. Вот такой вот красотун. Очень красивый. В реале. Ну, камера как бы не передает вот эту вот всю серебристость его. Великолепный цветочек. Ну, это растение. Конечно, не цветочек. Не знаю, цветет ли он вообще. Ой. Ой, ой, ой. Извините. Это в качестве поддона поставила, ну, пока, во всяком случае, разбитую чашку фарфоровую. Вот так вот отбилась ручка. Такая чашка. Очень жаль. Красивый немецкий фарфор, охота изображена. Но вот он как раз не поместился, небольшой. И, кстати, когда распаковывала посылку с ним, это было позавчера, я испытала шок. Я подумала, что Мария, эта девочка, которая мне эту всю красоту прислала, перепутала адресатов. Оказалось, что это был подарок. Вот подарок. Paraíso Verde. Я была просто в шоковом состоянии. Вот я вот так немножко... Когда я его увидела, просто, знаете, я обомлела. У меня был ступор. Первая мысль, думаю, как же его отсылать. Я никогда отсылками не занималась, но я перезвонила девочке. Она говорит, это подарок. Боже мой, я в шоковом состоянии пребываю до сих пор. Я его тоже сегодня вот пересадила в чуть больше горшочек. Вот такой красавец, вот молодой листик. Знаете, я даже не засматривалась на них, исходя из той цены, которую они стоят. А здесь в качестве подарка, боже мой. Спасибо ей огромное. Конечно, написала отзыв, но все равно... То, что я чувствую, это непередаваемо. Это, ну, настолько это было неожиданно. Даже вот я вам не могу выразить. Да, для меня это было был шок. Красавчик, молодой. Вот, листочки. Это вот более зрелый лист. Такой красивый. Ой, будем растить детину. Боже мой, стану, чтобы было видно. Это молодой лист, такой уже огромный. Вот моя Атаба Паэнсе в миру Санта Леопольдина. Вот она мельчает и мельчает. Уже пересадила ее в горшочек побольше. Ну, будем надеяться, что с ней будет все нормально. Она придет в себя.
и будут выдавать листы по сорту. В общем, так вот у меня пополнение весьма неожиданное. Я просто в восторге. Но он должен быть, конечно, с варом. Немножко он позеленел, и, как Мария сказала, его надо на солнце, и тогда вар возвращается. Ну, у меня как бы узковатые подоконники. Солнце у нас жарит так, что не дай бог. Кстати, сейчас буду закрывать юго-восточное окно, чтобы не пожгло цветы. В общем, как-то так. Спасибо ей огромное просто. Ну, для меня это большая неожиданность. Такой красавец. Вот и мой герой. Ой, где-то я вычитала, что каждое культурное растение когда-то было сорняком. Ну вот, в принципе, где-то там в юго-восточных Азиях, на Борнео, это, в принципе, тоже какой-то сорняк. Да, хороший сорняк. Нам бы такие. Ну, так они вдвоем смотрятся. Ой. Спасибо ей огромное. Мария, спасибо огромное. Так, ну, в принципе, ничего больше новенького нету. Вот растут. Это сильвер. Ой, простите. Мраморная королева. Тоже что-то лист какой-то мелковатый. Ну, я думаю, поднимется, будет покрупнее. Товарищ на шесте. Кстати, я когда-то почеренковала его. Там уже горшочки выдали. Отросточки скоро буду подсаживать сюда. Я пообещала, на работу отнесу. В общем, хватит всем. А это копьевидный. Ну, тоже вот такой крученный листик. Конечно, попозже я опору сделаю ему нормально. Это пока то, что было под рукой на тот момент. Надо было как-то его на что-то облокотить и придать осанку. Это так. Красавчики. Ну, собственно говоря, все, что я хотела вам рассказать. Спасибо огромное за ваши отзывы, за ваше внимание. Желаю вам хорошего дня, благополучия, чтобы день принес вам радость. Всем пока-пока.